Это упс. Так. Че мы? Продолжаем. Ичи, кстати, видела. Я ей скриншот кидал. С этой женщиной. Так, Young Sung. Он такой же примерно, как Суинг Мина. Нет, не Суинг Мина. Как Кян Хуа. Примерно такой же стиль. Не лениво переводить. Сорян. Надо было русскую версию брать просто и все. Это ж у меня на диске русская версия. Но PS3 не хочет диск читать. Ты еще, блять, кто? А может и не такой же стиль? Хераси. Че с тобой сделали? У него вообще ни одного приема не осталось классического. Лол. О! The Rock! Так, ну-ка, что-нибудь, какой-нибудь прием мне. Есть куяк. Ха-ха! Бум! Тум. Пара-пара-пам. Так, и расследовать прибытие прибывшего Азурного Рыцаря. Расследовать воина, который получил сообщение от бога. Совершенно ни одного приема не осталось. Я как будто вообще как за какого-то нового персонажа играю, которого никогда не видел. Капец. Птички! Опять на йогу еще? Опять на йогу пришел? Вопрос у него там. Ну-ка. Ну нахуй. Хуяк. Стой! Догоню, догоню! Исследовать замок, следует за девушкой. В смысле, в воду? Замок или девушка? Куда идем? Сейчас быстрее всех напишет Аданич, да? Следовать за девушкой. Под воду, походу, пойдем. Versus...
Да, больше никто не пишет почти. Только ты. Волда? Вот он, блядь. Дуванчик божий. Ой! А в смысле не попал? Это как так? Да нахуй, что такое было? Да ты вставать-то будешь, алё? Чё ты лежишь-то? Ногами драться, по-моему, ногами лучше дерется, чем... кроликом следовать. В нору, что ли? Так, за нами кто-то следит. Остановиться или идти дальше? Остановиться или идти дальше? Второе. Окей. Идем дальше. Каири меня пощадила. Каждый раз, когда останавливаешься, какой-то челлендж дают. Одноразовый. Против нескольких врагов. Я не данишь, ну да ладно. Да ладно. Да ладно, чё. Каирич. Каирич нормал. 11. Ёх, нахуй попал, смотри-ка. О, вот это старый прием. Только, блядь, почему он наоборот делается? Не вперед-вперед удар. Почему-то наоборот. Назад-назад удар. Странно. Там новая рубрика в субботу. В субботу. Идти на восток по земле, идти по морю. Все, мы перфьюжен. Я в тебя буду кидаться полотенцем, да? Что за рубрика? Просто я же говорил, что креативный час мне немного накладно делать. Я сейчас тебя сам зарепорчу за то, что ты слово «нане» говоришь. Расист. Сецка! Янсу! Уй! Не, не пойдет. Ну да, креативный час будет раз в месяц, но чтоб хорошо, да. А так мы... Не, ну это тайм-аут по-любому. По поводу новой рубрики. Просто игры, которые у меня времени нету проходить. Я там списочек написал. Будем это раз в неделю играть. Да хорош, что она, блядь, делает-то, заебала. Нет, выбирать вы будете из списка. Чё-то она какая-то жесткая, не?
Да умри тут же, блядь! Ты заеб... Не умирать нихуя. Насмаивайся удалить. Хэллоуин уже прошел. Я сегодня на Твиче видел странный контент. Вроде Хэллоуин уже прошел, короче, а человек тыкву сидел делал. Перфект. Часовые пояса, не? Нет, это был русский стрим. Тем более русский стрим. Это вообще странная хрень. Дай, Октопус! Ой! Ну я тогда записал, короче, в список PS3 игры, PS4 игры. Может, что-то спеки добавлю. То там надарили каких-то игр. Поиграть против тоже надо. Журик, Журик, не воруй. Чё-то, бля, я её бью вроде, а у него вообще хп не убавляется. Какого хрена-то? Пиздец. Ну я начну, конечно, с определенной игры. Потом уже сами выбирать будете. Вопрос. Интересно. Ядрить, ты на шпагат садится. Ты там все ничего не отбил, товарищ. Так упасть. Эй-эй-эй-эй-эй. Блять, хп! Сука! Ну ты серьезно что ли? Блять, какой он ущербный, блять, с этими новыми приемами, нихуя не понимаю, как за него драться. Раньше было проще как-то. Взял вот так вот и все. Так, за нами кто-то следит, остановиться и идти дальше. Заранее предупреждаю, в субботу мы начнем Demon's Souls. Ох, гореть будет!
You fool. You actually think you can take me? Да, Demon Souls. Так, Мицуруги, давай как развернемся, а то что-то FPS просел, прям пиздец. Слышь, чё? Ты специально, блядь, крутишься, мудак? Да дай я хоть что-нибудь-то сделаю. Да дай мне хоть что-нибудь-то сделать, ты заебал уже, алё. Я даже встать не могу. Как ты, блядь, объясни мне, сделал блок, блядь, в воздухе? Каким нахуй образом? Как он это сделал? Он в воздухе блок поставил. Он падал, блядь, и поставил блок. Что? Шел нахуй. Заебал. Право. X. Кружок. Я там, короче, таблицу сделал. Я пока ее это в команды не впихнул. Я могу, конечно, в чат ее кинуть, если вам интересно. Интерес. Ну ща компанию закончу, кин. Напомните то. Да, блять, нажал же, блять, назад блок, заебала игра, не тупи. На нахуй, нравится? Нет, 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 нет. Это было близко. Так, последний. I'm impressed that you made it this far. Или не последний. My dream is about to be realized. You, however, are not worthy of witnessing this glorious moment. Leave this place at once. Так, что-то надо X, да, блок надо поставить. No time for small time. Versus Abyss. Fight. Чё, я сейчас понял с тем приемом, что за хуйня была, когда Рафаэль тебя пытается ударить. На заставке. Я понял, в чем прикол, короче. Там парировать нужно. Смотрите, я тут световое представление устроил. Типа в тайминг нужно попасть. Это енот. Да дай встану-то, алё. Опа!
Хоба! Жух! 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 Чё, какие кнопки? А вопрос-то где? Ой, влево надо было нажать. Я нажал, я успел. Надеюсь, я успел. Я выгляжу так? Хоба! Да я потом взял, какая разница. То, что я искал, оно было не здесь. Я не видел то, что я искал. Нет, может быть, я не знал правду, отрицал правду. Даже без этого меча я стану сильнее. Я знаю, я стану. Бьяч. Мяф, 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 мяф. Мяф, 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 мяф. Да, блин. Главное то кинуть. Что кинуть что-нибудь не то. Просили. Там, правда, две вкладки. Одна кинцо. А другая игра. Типа суббота-воскресенье. Выходные. Да, я ищу. Кое-что очень интересно. Сиська треска. Мне нравится она, блин. Дальше поехали. Па-па-па-па-па. Талим! Чё у тебя за талим костюма? Что-то интересно. Это Алекс Крас. Мне тут нравится. Где пропадал? Нигде. Ты где пропадал? Стримы каждый день идут. И доказываю теперь каждому второму, что стримы были. Я даже отвечать на это не буду, Босман.
Да это он просто на вчерашние вещи отвечает. Позавчерашние, вернее. Задержка у него просто сильная. Так, а что Талим умеет-то? Я просто не играл за нее никогда, по-моему. Есть курить! Да в ней сатана живет, ты посмотри, она быстрая какая. Ядри. Почему ты мне это адресуешь? Объясни мне, боссман, я не понимаю, что ты пишешь. Какой, блядь, фильм «Школа воров»? Я не смотрел такой фильм, я не знаю, что это. Отстань от меня, пожалуйста. Так, исследовать воина, который взаимодействовал с древним богом. Исследовать человека, который имеет знания о Азурном рыцаре. Первое. Пойдем с Софитей драться. Да, ничего, к титичкам тянется. Да-да, ничего. Хуя себе бросок. Вайфу. Ход вайфу. Киня. Do not involve yourself with that sword if you wish to live. I shall have to kill you if you continue. Чё там, Архимон нашел что-то любопытное в таблице-то, ну? Чё ты меня спрашиваешь, твоя команда? Да пошел ты нахер! Да... Ты издеваешься? Окей. Okay. Но мы уже больше половины персонажей прошли. Пипи-эпи. Вот это конь. А... Было бы глупо игнорировать его, следуем за человеком с косой и... Либо поспешим в поисках Соледжа. Эта игра полна фан-сервиса? Да. Да. В магазине особенно. Там такой фан-сервис пятого размера. Win.
Чё за, блядь, X-Ray поехали? Да хорош, я ж тебя отбросил, нормально. Вот у Иви, кстати, не очень буксы. Босман, не разговаривай со мной. Разговаривай со стеной. В любой части, кроме этой, у Иви буксы. Здесь у нее почему-то все плохо. Купашки. А что будет, если я три раза квадрат сделаю? Ага, ты вот так вот делаешь, да? Окей, я понял. Да это просто созданный персонаж. Неиграбельный на самом деле. Вправо. Вправо X. Просто X. Okay. Канами? Причем есть Канами? Это Намко. Блять, ебать, она быстрая порой. Чё за молоток? Шапка такая. Прекраснейшая. Слишком опасно. Следовать за резонирующим злой энергией и продолжить приключения, бла-бла-бла. Фрагмент Ледже. Ты меня подставил, Гранта Мейдж. Да ты заебала, слышь? Да ну блок же, блядь. Ты серьезно? Блок, блок, блок. Зависит то, куда мы пойдем. И с кем будем драться. Это, блядь, было сейчас норм. Пошла нахуй. Блядь, подставил ты мне Гранд Мейдж. Не могу я против нее драться. Мне грудь ее отвлекает. Вот это было нечестно. Я поднялся и нажал бросок. Но она сделала бросок впервые. На тебе въебало. Ну конечно, блять. Конечно, ты взяла и прыгнула. Да и то метит, ты чё, блять? Да слышь, блядь, я ушел в сторону, блядь. Алло, игра. Гранд Мейдж, блядь, подставщик. Видишь, что ты сделал? Хлыч. Ненавижу тебя. Ха-ха-ха.
А? Тоже тебя люблю. А я тебя нет. Блять, блок, ну, блок, ну блок. Пиздец ты творишь. Кисю. Ножом. Сюда сошел? Давай, ёпты мать. Пиздец. Что, блядь? Ну, Мицуруги, он Артур, блядь. Нас подставили просто. В каком смысле игра? Ну, это было нечестно. Да в см... Как ты... На нахуй в лоб тебе. Да ну в каком смысле-то, блять, алло. Хватит прыгать, ты заебала. Хватит косить, ты заебала. Ты меня хоть чем-то не заебала еще? Ты заебала. Нет, не делала, не буду. Че, ПВС памили, блядь, постоянно? Ну вас нахуй. Да, блядь, делай что-нибудь, женщина, пожалуйста. Она вот нихуя не делает, она просто стоит, блядь. Че это такое? Просто встал, стоит, варежку разидул, блядь, ударить не может. Пиздец. Блок. Почему не работает блок, блять? Объясни мне, игра. Почему бросок у него работает? Объясни мне, игра, пожалуйста. Почему сейчас удар вот не прошел? Что, блять, происходит? Почему? Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Мицуруги, ты заебал, сдохни. Сдохни, а не бей меня, блядь. Хорош. Можно я встану, блядь? Нравится? Ну, конечно, и я труп, да? Конечно. А почему бы нет? Почему бы нет-то? Крыса. Ну и почему блок не работает?
тупой, блядь. Да сдохни ты, заебал уже, блядь. Ну. Как ты, блядь, заблочил меня, еще и законтрил в воздухе, блядь. Что происходит? У игры вообще логики нету, нихера. То есть, то ты просто нажимаешь одну кнопку, и он сразу из захвата вырывается. То, короче, это не работает. Нужно обязательно нажимать бросок. Ты нажимаешь бросок, и это тоже не работает. Я хуй знаю. А как люди его должны еще назвать? Любопытно. Мы с Руги, отъебись от меня, ты уже, блядь, настолько заебал нас всех. Сдохни нахуй. Ну, блядь, ну, что это за говно вот? Я не знаю. Они в этой части поменяли половину приемов. У всех персонажей старых. И я теперь хуй знает. Мне не нравится играть за Зигфрида. Ты угораешь, что ли, курица? Эй, удары очень слабые. Прям пиздец, какие слабые. Я вроде колбасоньку-то режу, а толк? Мы когда в Soul Calibur первый играли, сверху, когда вот удар наносит, кусок отваливается, ну, все время как колбаска полетела. Блять, вот почему ты по мне попала? Что значит лучше или хуже? За нами кто-то наблюдает. Стоп или пойдем дальше? Рафаэль. Мне нравится, как... как, короче... Эта сила будет принадлежать мне. И в этот момент, когда он это говорил, показывали ее пах. Что бы это значило? Да я, блядь, нажал же. Игра, ты заебала, блядь. Ты правил не меня, блядь, каждые минуты. Ну, бля, опять начинается. Из-за того, что FPS скачет, невозможно блок правильно строить, ставить. Versus Raphael, fight!
Можно я, блядь, ударю, пожалуйста? Бля, не тупи. Как это работает? Они лежат и умудряются блок ставить. Эти игра всратая, на самом деле, прям по полной. Уходишь. Справа кружок. Ой! Поехали. Мы за этот час только за нее прошли? Или за кого-то еще? Пу-пу-ра-пум. If you're after the sword, don't expect to get past here alive. Sorry to keep you. You're up next. Versus Siegfried. Fight. Эй, а въебал не хочешь? На нахуй. Еще. Ай, ладно. Ясно, понятно. Мне с Зигфридом проще драться. Я его все приемы знаю. Молодец, красава. Оу. Ах ты, сука, а это новый прием. Вот я о чем и говорю, что какие-то приемы они урезали. И я труп. Я понял, что такое сила паха. Это, короче, реклама с Ван Даммом. Сила паха. Ну все, привет. Чего ему вдруг кричать хентай? Икс. Жи. Стоп это. Упс. Не надо. Не надо. Не...
Ну я тебе говорил, не надо. Перфект. Перфект рингаут. Хоба! Хоба! Я чё, у тебя за концовка? Вы как пол куражи. А ты можешь меня спокойно брать? Такой чистый ветер, пожалуйста. Дай мне силу. Уи! Ветер сломал меч. Охуеть. Эй! Уже закончилось? Да. Теперь, наконец-то. Ты в порядке? Че, Soul Edge все, больше нет? Ты все еще не сдался? Ну, я... да. Даже после того, что я тебе сказала? Да ладно тебе, хорош. У тебя больше нет. Еще нехорошо все. Темнеет. Тушите свет. Эй, ты! Пошел ты. Темнеет, тушите свет. Пошел ты. The legend will never die. Да не будет никаких потрохушечек. Что такое? Пойди вы. О, я проснулся. Ну, интересно, я могу что-то с этим сделать? Ну-ка. Сек. Ну-ка. Как лучше? Вот так? Или вот так? Замылено? Или более гладко? Что-то дроп какие-то подъехали. Мне почему-то нравится, когда более четкое все. Вот так. Ремиксом. Четкие сосцы. Напишите там F5. Я видел, что дропы были. F6? Что? Там это... интернет что-то похулиганил.
Такое ощущение, что... Они как-то сделали, типа, что у нее, знаешь, лицо, тело, руки и ноги твердые, а, короче, грудь в каком-то непонятном жидком состоянии, блядь, находится. И каждый раз, как только, короче, лицо и плечи начинают двигаться, грудь начинает просто скакать, как бешеная. Что за жесть? А, мы за Юнсонг, да? Затащили. И за Таллин. Дальше Рафаэль и Сецка. 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 Соль Калибур!